Родной мир для меня — это встреча с добрыми друзьями. Русь всегда выстаивала в единстве. Любовь пришла. Для меня это же народный проект, он идет снизу. А наше правительство, наш президент, он давно ждет такой хорошей народной поддержки. И мы свою лепту тоже в это вносим. Нас будут встречать города 45 регионов России, Белоруссии. Мы не одни едем, будет целых 5 веток караванов. Все стартуют сегодня, 4-го. И вместе мы все собираемся 22 марта в городе Ростов-на-Дону. Там будет большой фестиваль. Тысячный зал уже снят. А наша ветка — вот Курган, следующий город, потом Челябинск, Устерлитамак, Самара, Саратов, Рязань, Тула, Ростов-на-Дону. Так что от Первого Уральска всем городам мы будем передавать привет. Огромный. Везде же русские, везде родные. Ура!